И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Судеки, и, в общем-то, сейчас у нас необходимость попасть в храм Мо, который находится в Шадане Мо, и, в общем-то, это мы и сделаем. И, кстати, я жестко лоханулась, когда я сказала, что мы... Ну, даже не то, что сказала, когда я наезжала, в общем-то, на игру, то, что мы сможем вернуться в замок Люмины, хотя королева на нас охотится. Нифига, мы уже туда не сможем вернуться. Я запоздала с выполнением тамошних заданий, и больше мы их не выполним. То есть, это две плюшки нужно было взять. Собственно, непосредственно плюшка во дворце, там, с открытием всяких вот этих зон, которые Айлиш может расколдовать. И там нужно было на Элька полетать и взять... Наверное, сфера там была бы, я просто не помню. Ну, что-то такое не очень значительное. И вторая плюшка, мы ее не дозабрали в тренировочном дворе, в общем-то, где генерал Арла тусует. Господи, что такая чувствительность-то бешеная это. Господи, что случилось с тобой, игра? Ты заболела? Боже мой. Что-то как-то... Либо я отвыкла. В общем, там нужно было, помните, из-за тала подвигать и пробежать. Ну, в общем, я тоже не сделала, упустила этот что-то как-то момент. Забыла, что вот это задание по спасению Тили, это такая точка невозврата. Ну, ладно. Шо поделать? Холосо. И, кстати, да, еще один момент. Думала не говорить, чтобы не расстраивать, но потом думала, ладно, скажу. Если бы мы с детьми поговорили, помните, которые деньги как бы тырят, после того, как мы бы их поймали, они бы дали ключ от мегабашни. Я это на самом деле вспомнила, когда увидела дверь в эту мегабашню. Красная дверь, помните, на пути в сад Люсицы. Вот эта красная дверь, она бы открылась, там была бы башня Талоса. Это вообще... Это вот про это я абсолютно забыла, вспомнила, говорю, только когда там какой-то там раз увидела эту красную дверь. В общем, в этой башне Талоса мы бы нашли непосредственно башню Талоса, и, по-моему, там какая-то записка, то ли дневник его был бы, то ли еще что-то вроде того, в общем, где он писал бы о том, что Хейко скоро вернется. Ну, в общем, вот что мы пропустили с вами. Три таких относительно незначительных момента. Если опустить, как бы, вот то, что во дворце мы не взяли плюшку, в тренировочном дворе мы не взяли плюшку, это как бы все фигня, потому что по факту там ничего такого важного. Ну, там были бы сферки, скорее всего. А вот башня Талоса, конечно, жалко. Просто ради интереса там побывать. Я просто все думала, ладно, пойду туда, но как-нибудь попозже, а потом бац, и задание за Элька, и точка невозврата, и я, короче, вот... Я протупила, я знаю. Ну, что поделать? О, что ж я делаю-то? Случайно сделала. Забыла, что F2 надо, а не просто 2. Давно меня тут не было, на самом деле, потому что я сильно наперед записала серии. И некоторое время отдыхала от этой игры. Сейчас мне нужно привыкать. Вот, тотем дракона. Мы сейчас с вами просто пробежимся по тем местам, в которых мы уже были. Здесь есть что-нибудь? Что-нибудь еще, что ли? Да ладно. В которых мы уже были, и заберем то, что мы еще не забрали. Ну и просто заодно прокачаемся. По факту нам нужно сейчас, в общем-то, выйти из этого храма. И пройти задание за Буки, чтобы получить тотем Мо. Наверное, финальное оружие за Айлиш мы не будем получать. Во-первых, в этом просто нет смысла, потому что финальная битва у нас будет за Тала. А она, в общем-то, уже довольно-таки скоро. Так, а куда я бегу, собственно? Я отсюда пришла. Вьют, и как бы там просто еще проблема будет. Я, честно скажу, подглядела, где взять все тотемы, потому что я банально это тупо забыла все здесь. Как-то забыла запомнить. Или мы отсюда пришли? Нет. Все правильно. Вот, в общем, за Айлиш там придется собрать весь омниум, чтобы получить оружие, и это долго, банально. То есть это тупо фарм. Может быть, конечно, у нас получится, когда мы пойдем добывать в это, в трансцендию. Ну, какая прелесть. В трансцендию выбивать сердце для робота, потому что за это нам тоже дадут, в общем-то, этот самый, как его звать? Как он называется-то, господи? Тотем. Нет.
Вот. Ну, если мы не набьем, не успеем набить, что, кстати, скорее всего. Хочу вот это вам показать. Если не успеем набить Омниум, то, конечно, финальное оружие для Алиш мы получать не будем. Ну, это долго просто. Не знаю, может, я, конечно, за кадром как-нибудь побегаю, пособираю, но что-то как-то вряд ли. Неохота. Пелет Ареля. Слушайте, что-то как-то я не в ту сторону иду, на самом деле. Я как-то запуталась. Где выход вообще из этого храма? Опа. Кстати, да, нам же еще нужно жало гнуса или там железо паука отдать этой, которую там борщ варит. Шадани. Не, слушайте, это я сейчас иду не к выходу. Это я иду сейчас в другое место. Господи, не люблю этот хромой, я в нем путаюсь, вот реально. Как они теперь быстро все умирают, да? Ну, слушайте, раз они быстро умирают, давайте заталочу. Ау, что ты делаешь? Два удара и все. Даже париться особо не надо. Все? Ни у кого лавел... О, левелап. Как в воду глядела. Так, улучшение. Ну давай тебе, не знаю, метки выстрела. Здоровье, навык. Да, здоровье, че. Сейчас особо вообще нет смысла сюда как бы смотреть. У нас на самом деле Тал уже вполне себе прокачан. Можно хоть сейчас идти на финальную битву, но все-таки хотелось бы как-то по возможности получить все по максимуму. Не в плане прокачки, а в плане всяких там предметов, квестов и так далее. Хотя на самом деле в этой нужды нет уже. Слушайте, я сейчас вернусь просто тупо в тот зал, из которого я ушла. Палата дракона. Ну, собственно, блин. Где выход из этого дурного места? У меня всегда с этим проблемы были. Хотя не, вру, раньше не было. Мы опять вернулись к этому дебильному телепорту. Давайте, знаете как, сделаем проще. Нам тем более еще нужно к торговцу, который торгует камнями, поэтому сейчас сделаем вид, что мы пришли только за тотемом. То, что по факту так и есть. А по этому храму я буду бегать дольше, чем я буду бегать по поверхности. Потому что здесь я что-то как-то уже не ориентируюсь. Раньше получше с этим делом было. А сейчас что-то как-то уже не очень. Время калечит память. Щито поделать. Так, где моя Эллюмина? Так-то уже не то. Ой, господи. Нам еще, кстати, имеет смысл вернуться в грот Насарии, потому что там тоже были плюшки. Но они настолько... Я в трансценцию случайно пошла, да? Молодец. Ну, впрочем, ладно. Тогда в трансценции разберемся сперва. Че говорила? Я сбилась. Я забыла. Замечательно. Короче, на самом деле, в Хрустальный риф туда идти, в Грот Насарии, совершенно не обязательно, потому что там будут сферки какие-нибудь, ну, что-то такое вообще абсолютно-абсолютно незначительное. Может быть, даже мы и не пойдем. Ну, как-то мне лениво. Просто пройти весь грот ради того, чтобы открыть одну стенку. Помните, у нас была там стеночка такая для Айлиш? То есть, чтобы открыть и взять какую-нибудь сферу или зелье, мне что-то влом. Надо же оставить хоть что-то для тех, кто будет сам потом играть. Может, ты свалишь с прохода-то, ну? Так. Я вот думаю. Я не туда иду. Чуть не уехала, вот же. Чувствуешь, что-то не то. Мы идем выбивать зерца. Для лобота. Не, ну конечно, вот то, что оружие Айлиш. Так, оно так, что я несу? Оно самое тяжелое для выбивания. То есть 21 омниум принести. Это вообще одуреть. Мы всего-то сколько там принесли? Мы половину, по-моему, даже... Здравствуйте, загрузка. Ты чё, игра? Мы, по-моему, даже половину не принесли.
Помню. То есть это как-то, не знаю, жирновато, что ли. С учетом того, как все остальные тотемы получаются. У Тала проще всего, тут не поспоришь. Может быть, специально так сделали, ну то есть на него и так уже много приходится, чтобы хоть оружие для него попроще было получить. Надо, кстати, сейчас за Тала играть, потому что нужно привыкать, так сказать, к боевке. Ближний бой, там все дела. Так, у меня что-то комбо не получается, я слишком спешу. Так, ни из кого из них сердце не выпадало? О, омниум, да? Омниум. Омниум. Замечательно. Я не думаю, что мы сильно далеко пойдем. То есть куда-то уйдем там. Сильно далеко. Так, давай, нападай на меня там. Кто-нибудь. Видимо, нет. Так. Ладно, тут ничего интересного. Ну что, никто не нападет, что ли? Да ладно. Я так не играю. Ну давай же, что ли, ну. Нападайте на меня полностью. Насколько я помню, сердце выбивается вот где-то вот здесь. То есть вот на вот в первом зале, грубо говоря. Так, иди сюда. Ой. Я просто не обращаю иногда внимания, что там пишут. То, что вы там что-то подобрали, там все дела. Так, где дверь была? Вот она. Ну, ладненько. Просто нам по-любому же еще омниум нужен, если так по-хорошему. Поэтому имеет смысл пробежаться как следует. Компьютерная. Минус одно, товарищи. Ну что вы мне мешаете? Я же убиваю. А чё ни с кого омниум-то не вываливается? Вы чего? Я понимаю, если бы из каждого выпадало, хоть как-то... Ну, или через... Из каждого там третьего, не знаю, хотя бы. А так-то что-то как-то грустнявенько. Не, я туда не пойду. Компьютерную... О, слушайте, как удобно. Вот так я и буду делать. Вот, вот из них неплохо, насколько я помню, вываливается. Давай. Ну как все резко-то, господи, реально отвыкла. Ау. Омниум, хорошо. Кто-нибудь будет ломать эту фиговину? О, еще один раз омниум. Ой-ой, тихо, камера. Не надо. Опа, опа. Давай, нападай на меня еще раз. Реально удобно оказалось. Тили-тили. О, отличненько. Вот так. А, опять вы. Вы что, чередуетесь, что ли, здесь? Ау, ау, ау. Слышь? Чё-то прифигели, я смотрю. Тик, тик. Ау. Вот не люблю эту атаку, вообще бесполезную. И ранит меня очень сильно. Естественно, у него ни из кого не вывалилось. Давайте мега... Вот, вы. Отлично. Реально, по-моему, чередуются, да? Ты будешь уже урон-то получать, нет? Ау. Вот перед последним ударом вот надо было взять и сломать меня. Прокинуть омниум. Если тебя тоже выводит, я надеюсь. Пусть выпадет, пожалуйста. Да падаю уже, господи. Чуть-чуть как не очень задолбило.
Так, сейчас. Ой, а что не работает? А, нет, работает. Так. Давайте возьмем все, будем смотреть, что тут. Волки всякие, пламень дракона. Замедляет. Волк неинтересный, пламя не очень. Давайте воина возьмем. Повторюсь, вот эти здоровья, навыки, это вообще нет смысла сейчас абсолютно прокачивать, потому что у нас осталась реально только финальная битва. Все. У нас ничего больше нету. И не будет. Опять вы? Ну хоть с этими... О, какой-то мега-робот, смотрите. Давай, 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 давай. Пускай все 20 тысяч у меня умов выпадет, а? Только один, да? Ну хоть один. Хоть что-то. И с тебя, пожалуйста, тоже один. Не? Нет, куда там? Зачем? Боже мой. Пойдемте всей компанией, кстати, может. Вот в ту дверь. А, нет, это не та сторона. Ну, туда, куда Буки с Талом ходила. Вот тут туда. Не знаю. Там эти просто, которые руду добывают. Они жирненькие, может, из них поваливаются умнем. У нас, кстати, сколько его вообще? А вот для кого нужен Вирдлордит вот этот вот? Церемония Капета, Темдра... Сколько? Одно. Так, подожди, а где? Крабовый кристалл, я еще помню, кому-то нужен был. Кому? Раковина когти, по-моему, тоже кому-то нужна была. Чтоб я помнила вообще. Я помню, что кому-то что-то надо. Но кому и где, этого я не помню. Вообще гениально просто. Так. А, ну да. Ехаем вниз. Так, стоп, это же не самый низ, да? А, ладно, господи, какая разница. Низу дивар. Это сейчас будет этот зал, где мы двигали. Угу. Ну ладно, давайте подеремся, раз уж приехали. Моя персональная арена. Нападайте на меня полностью. Не? Чё-то как-то не очень, да? Не хочут они. Что это было вообще сейчас? Не хотите, ну и не надо. Поехали вниз тогда. Там, где эти мега-роботы. Уж они-то... Я думаю, подарят нам немножечко умнёма. Все-таки, конечно, хотелось бы, да, Айлиш получить. Потому что по факту у нас для Айлиш реально остался один тотем, если мне память не изменяет. Как-то хотелось бы все-таки, чтобы все нормально было. Для Буки у нас нужно, в общем-то, пройти испытание около деревни. Помните, я вам показывала там, где нужно за лишь расколдовать проход. И будет, в общем-то, какой-то... Где-то что-то, какой-то водопад, короче, там нужно идти будет на пути Мо. Так что по-любому есть смысл потом переместиться на телепорт Иллюмин и оттуда уже пешарить пешком в Шаданимо. Заодно и торговца навестим. Да, так и сделаем. Давайте шахты. Мне нужны вот, вот эти, да, из них вообще отлично у меня вываливаются. Ну, по сравнению со всеми остальными. Тал, ты это просто монстр сегодня, я смотрю. Вообще ни по кому не попадаешь. Чё ты... Чё, фонаревший? А, кстати, давайте я вам покажу. Смотрите. Милота. Так. И, кстати, да, если кто-то не видел в группе ВКонтакте, я выкладывала скриншоты из мануала, о котором я ранее говорила. То есть мануал по судеке. Да падает уже, господи. В общем,
Эльку не 26 лет, ему 24. А Айлиш все-таки 19. С Айлиш я запомнила правильно, а вот с Элькой немножечко ошиблась. У меня был как раз вариант либо 24, либо 26. Но нет, 24, офигеть. Боже, 24 года, Элька. Так, где выход-то, господи, ладно. Нам хоть один умнем вывалился, кто-нибудь видел? Ну-ка, подождите, я так не играю. Из этих роботов должен вываливаться умнем. Дайте. Да давай уже, блин, включайся, что ли. Все, минус один. Умнем? Нет. Печаль. Все, я смотрю, тоже не очень, да? Ау. Слушайте, какие вырезки, а? Чё-то ни из кого вообще не вываливается умнем. Как вообще так? Из тебя тоже не вывалится? По факту он вывалился только в компьютерной в самом начале, да? Получается. Это смешно просто. Господи. Круг такая навернула. Ну ладно. Грустненько, конечно. Пишарить обратно. По факту мы сюда зря пришли. А надежда была так близко. Так близко. Тихо, камера, не упарывайся, не надо. Господи. Ой, господи, что с тобой сегодня игра? Ну ладно, нет, так нет, чёрт. Ту-ду-ду-ду. Насколько я помню, повторюсь, опять же, вот это сердце для нашего мегаробота, которое нам должно выдать тотем дракона, по-моему, все-таки оно выбивается в самом первом холле, то есть не обязательно бегать. С другой стороны, оно и понятно, учитывая, что омниум даже здесь вывалится только в двух местах, в компьютерной и в холле. Это вообще... Кстати, а какого уж фига-то я тогда выхожу в холл? Надо было в компьютерную ехать. А, так нет, все, все правильно, все правильно. Компьютерная же здесь, на пути к холлу. Все, норм. Ставить панику. Ну чё, нападаете уже? Ой, вот вас это только не хватало. Иди сюда. О, надо же, из вас тоже иногда умнем вываливается поразительно. Раз на раз не приходится, да? Так, кто там шашкой махает у меня за спиной? Может, еще кто-нибудь умнем мне выдаст? О, давай, 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 давай. Может быть, кстати, у нас даже и получится. Выбить, в смысле. О, в самый последний миг, я уже думала, не будет. Ущ, собиралась бежать обратно. Не на того целишься, Тал. Все, что ли? Умнем дай. Дай умнем. Нет, да? Люблю, вот, знаете, вот, даже не то, что люблю, как сказать, меня привлекает способность Айлиш убирать свое оружие куда-то в астрал. Вот, вообще отличная способность для девушки. Омниум, ну. Я требую омниум. Мне его не дают. Как так вообще? Падай. Падай, дай мне омниум. Ну, о, вот, вот это очень хорошо. Вот это просто, я бы сказала, замечательно. Давайте навык возьмем. Так. Давай! Сколько у нас умнима? И битва началась. Так, обожите. Иллюминский опал еще тоже... А, ну иллюминский опал, это, по-моему, был нужен Каприн. Так, ну... Как-то не очень, да?
А сколько мы ей отдали? Я помню, у нас вроде как... Мы, по-моему, ей 7, что ли, отдали, да? Грубо говоря, нам в идеале еще 7 получить. Потому что я плохо помню, сколько мы ей отдавали. Ой-ой-ой, тихо. И ты тоже дай. Ну давай. Жматье какое, а? Стоим тут, типа мы побегали. Давай назад. Где мой Алиш? Опа. Так, я хочу подлечить, во-первых, всех. Ты не можешь отвергнуть мой исцеляющий поцелуй. Втроем такие бегут куда-то. Типа, Алиш, подожди, я подойду поближе, мне нужно лечение. Не бафуй, да? Ну давай. Надо оперативнее реагировать, потому что они же еще пропадают, имеют дурную привычку. Умнем. Умнем дай. Нет. Жалко. Зато левелап. Слушайте, тут так быстро прокачиваешься, офигеть. Вообще прям хорошо. Так, ну это воскрешалка. Призывать ледяную спираль. Да давайте возьмем, хоть покажу. То, что до этого как-то особо нужды-то не было. Лучше было вот это все верхнее прокачивать. Мощь или здоровье? Мощь или здоровье? Давайте мощь. Здоровье нам уже не понадобится. А вот мощь еще пригодится. Вообще, конечно, не очень логично то, что с этим самым... С главным гадом будет драться только Тал. Потому что... В древние времена в мире Судейки против Хейгу, в общем-то, вышла четверка героев, то есть все четверо. А тут такое бламинго. Прилетело только Тало. Как так вообще? Это как-то несправедливо, что ли? Ну ты будешь падать? Так, омнем. Где-нибудь. Ни у кого. Слушайте, здесь вообще прокачиваться отлично. Посмотрите, левелап на левелапе. Ни один, так и другой. Мощь по максимуму. Нет, подожди, а что тут еще есть показать хоть? Меткий выстрел, ядовитое облако. Ну не, метки. Давайте меткий выстрел возьмем, хоть посмотрим. Сейчас вот как раз в бою и оценим. Где моя Элька? Это мой красавульчик. Так, бежим. Нападайте на меня полностью. Так, кому прилетит сегодня? Блин, жалко без этой самой, без мега заставки. Ну, сейчас еще раз. О, да. То чувство, когда... Голосом Кеншина говорит Элька. Ну или наоборот. Даже два умня. Могу спокойно, как расщедрились-то. И третий, пожалуйста, можно? Нет? Ну ладно. Сколько у нас там? 11 или... Нет, 12, по-моему, уже должно быть, да? Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та. Где он? Успею, пропустила что-то только что. Так, 13. Отлично. Если примерно прикинуть, что мы нашли уже 7, потому что я плохо действительно помню, сколько мы ей отнесли, ну, по-моему, 7, то значит нам нужен еще один. Ну, в идеале, конечно, еще парочку набить, так что для уверенности найти. А, черт, все закончилось. О, о, вижу. Ну вот зачем вы его ударили? Я бы его сейчас убила бы. Так, ты где, господи? Алиш, что ты делаешь? Так, омнем, омнем. Нет? Нету. А, давайте еще один-два боя, чтобы... На всякий случай. Так сказать. Шокирует, а? Я тут отвлеклась на секундочку. Так. Ау.
Да идите в пень вообще. Я не знаю, зачем я использовала щит Тесла. Наверное, мне захотелось немножечко повыпендриваться. Алиш, вставай, что-то рассеялась. Нету умниума. Изверги. Ну давай, ну. Не все это ничего нужно. Такая мелочь. Трогать буки. Не, из них, я думаю, не вывалится особо. Ну, будет, конечно, неплохо, но что-то я сильно сомневаюсь в этом. Аж два! Из одного, офигеть. Это радует. Ой, даже три. Ой, слушайте, они, видимо, типа, что это из нас ничего не вывалится? Сейчас мы тебе покажем, что из нас все вывалится. Аж три штуки выдали, обалдеть. Все, я думаю, пора возвращаться. Так, туда. И все, и на выход. Может, здесь же здесь что-нибудь выпадет наверняка. Потому что это роботы, из них хоть что-нибудь да должно. Ну, по крайней мере, в большинстве случаев. Ты мне тоже не нравишься. Блин, ну второй раз крит было бы неплохо. Так, не трогать Айлиш. Чего-нибудь? Чего-нибудь? О! Нет, показалось. Там, а, нет, все, все. Все нормально. Так, а нам наверх вообще. По-хорошему-то. Так, где выход? Вот он. Искра сыпется на голову. Не, я думаю. Я надеюсь, по крайней мере. Что у нас уже есть 21 умнем, иначе это как-то грустнявенько. И сердце, надеюсь, у нас есть, потому что я не обратила внимания. Сейчас надо, кстати, проверить. Ценности, ценные артефакты, сердце, 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 сердечный цикл. Супер. Так, давайте сохранимся, раз у нас так все хорошо. Замечательно. Теперь летим просто на всех парах в обсерваторию. И тебя туда же. Так, обсерватория. Уперед. Потому что я на самом деле не помню, как выглядит оружие финальное для Айлиш. Мне просто даже интересно посмотреть на него. 9. Чё тут за полоска такая цветная вот сбоку? Это, конечно, вопрос хороший. Ну, типа, почему просвечивает? Так, ну что? Давай. Отлично получилось. Великолепная работа. Всё-таки да. Хватило. А, нет, по кускам, что ли, по таким? Бери сразу все, сейчас 20 лет с тобой бегать. Тут, блин, тыкаться к тебе. Отлично получилось. Да-да-да, забирай еще 10 слитков. Все, тебе хватит? Ключ от... О, супер. Все, задание. Ночек, продолжай смотреть на звезды. Тебе тоже, мисс Люпа. Супер, мы получили ключ. Ключик, 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 ключик. Где моя бука? Бежим. Сейчас у нас все будет. Надо тогда в тихие воды вернуться, что ли? Сдать тотем орла. Оттуда, кстати, можно будет и в Иллюмину пойти. Господи, камера, что ты делаешь? И там уже добраться до Шаданиму. О, да. Тотем орел, давай. Угу.
замурчательно просто. Усё. Так, сердце сейчас отдать еще. Чтобы совсем все хорошо было. И потом... Действительно, можно будет в тихие воды телепортнуться. Там... Сдать тотем орла, получить оружие, а потом выдвинуться в сторону Иллюмины, через нее пройти, а попасть в Шаданимо, выполнить задание для Буки. А что еще у нас? Что-то я зависла. Так. Я не помню, где еще один тотем для Элька. Сколько мы их сдали и сколько у нас осталось. Один точно знаю, нужно еще получить. А, нет, стоп, один мы уже получили. Мы ходили в храм Мо, мы один получили. Да, нам остался один тотем, получается, для Элька. И куда я пришла? Чё сюда пришла? Где там этот таверн? Вот она. Да отвали ты, господи. О, боже. Как они меня бесят, а? Всё. Не. Сердце. Возьми эту награду, ты моя новая... Не надо. Тотем дракона, все супер. Ну, кстати, можно из трансценсии выйти пешком. Попробовать, по крайней мере. Сдать тотемы дракона. Вот, кстати. Можно даже не телепортироваться никуда, чтобы хотя бы драконьи эти сдать. Господи, куда я бегу? Как к тебе попасть? Вниз куда-то. Еще ниже, господи. Да, уровень 3, 4, 5. Не, подожди, нам, чтобы ниже, нам нужен лифт обычный. Где он был-то? Где-то там он был, да? Вон он. Замечательно. Все, уходим тогда отсюда пешком. Так по цепочке пойдем. И все у нас будет холосо. Там это там же взяли, да? Мы что, туда летали? Вроде летали, да? В бок. Да, в сторону. Подожди. Уйди ты в пинс. Да, вот там вот мы взяли, все хорошо. Замечательно. А, можно полететь уже куда-нибудь? Да, мы хотим. Риверпойнт, да. Риветпойнт, давай. Меха такие. Так, замечательно, мы здесь. Теперь дайте мне алтарь. Для Биуса хочу. Единственное, что я помню, как выглядит финальное оружие Тала. Все остальные я вообще не втыкаю. Так, стоп, подожди. А где был такой закоулочек? Стоп, подожди, всё. Так, закоулочек вот. Все правильно. Элька не идет зеленая броня. Ну, то есть зеленое одеяние. Были бы они какими-нибудь синими или белые, знаете, ну, не знаю. Белые они у него были-то такими, конечно. Блин. Ну как-то. Синие, мне кажется, ему больше бы подошли.
Валишь что-то розовое. Розово-фиолетовое. Ой. О, господи. Чё такая бешеная-то чувствительность? Что случилось? Я даже нацелиться нормально не могу. Нет, сюда. Так, чё разлеглись-то? Лава лапочка. Нам что-то как-то больно, мы давно не лечились. Так, мы ничего там не оставили. А какая разница? Два тотема, давай. Сфера. Сфера и... Исключительно сил давай. Да, вот, наконец. Чё это, чё это? Покажите, покажите, покажите. Ускорители плазмы. Дебилитатор у нас... Ой, точнее, флюксинатор 105.15. А, здесь высокий темп. Вон оно, в чем разница, да? Понятненько. Надо приехать в этот самый, в Тихие воды. Дойти, точнее, хотя бы. Ну, или куда-нибудь уже дойти, где есть кузнец, с которым мы сможем пообщаться. Шаданимо, например, опять же, раз мы туда идем. И там... Кстати... А, нет. Ты левый, я тебя не знаю. Мне нужен только тот, который шкурит, чешуя и камни драгоценные. Вот особенно последние. Потому что он дает много... Чувака, который дает квест на Вердлорде, этот я не нашла. Я не помню, где его искать. Может быть, я вообще ошибаюсь. Кстати... Ну, какая байда. Прикольно. По 170, грубо говоря, за один выстрел, а таких выстрелов... Слушайте, ну да, получается, это оружие тоже хорошее. Но если не брать вот эти исключительные орудия убийства, то, конечно, дебилитатор, самое первое оружие, оно тащит вообще. Кстати, напомните мне. Ага. Выглядит неплохо. Сфера энергии, замечательно. А как-то я так пропустила, когда мы тут первый раз шли. Непонятно. Неважно. О, штучка. Иди сюда, бочка. Ну, так я и знала. Всегда все в нашей жизни. Так, где уже как бы это самое перепучи-то? Вот оно. Можем, кстати, прям тут, наверное, в Тихие воды телепортнуться по-быстрому. Сдать орла. Прокачать оружие. И в сад. А неплохо бы еще, кстати, вот так сделать. А это специально для тебя. Вот так вот. Ну чё? Всё? Так, давайте, правда, в Тихие воды по-быстренькому туда и обратно. Прокачаем оружие, сдадим орла, получим оружие, еще раз прокачаем оружие. А потом уже телепортнемся сюда же и пойдем в Шаданимо. Мои кости уже ломаются. Тик. Где мои тихие? Вот они, да? Нет, стоп. Это хромо. Хрустальный риф, это вообще не в ту сторону. Вон тихие воды.
бедный Хейгу. Если бы ему 4 врага против него вышло бы с финальным оружием, он бы... Мне кажется, он бы бежал долго. Тихие воды, ей! Я вот смотрю на это, в этом наряде на Айлиш, у меня такое ощущение, что ей жарко. Посмотрите, это обтягивающее на жаре. Синтетическое наверняка. В попу вон врезалась. Так. Пожалуйста, можно мне? Привет. Так, улучшить. Так, Элько. Ой, не туда. Та-та-та-та-та. Плюс 4, вот, да. В чем минус? Зато крит хорошо добавляет. Давайте крит. Видимо, он именно на... Просто, видите, он часто стреляет. Если бы силу можно было здесь слишком прокачать, это было бы слишком жирно. А так здесь чисто на крит. Чё? А, у меня денег недостаточно? А где они все вообще? Куда они делись? Можно узнать. Куда оно все правда делось? Стгана. Вообще ни на что не хватает. Да я, видимо, броню тогда, да, прокачала очень хорошо. Блин, ладно. Значит, получается, по-любому нужно идти в Шаданимоды и вообще сейчас по торговцам пройтись, продать им все. Слушайте, ну правда, что ли, этот медведь никакого квеста не дает? У меня почему-то память другое мне подсказывает. Подожди. А, слушайте, надо же за Буки с ним поговорить. Свою кошачью сноровку, пока была с этими людьми. Докажи, что ты все еще воин Шада. Я ж забыла, есть смысл разными персонажами. Твою дивизию. Че тебе надо-то? Ты хоть скажи мне. Скажи. Забыла, что значит быть воином Шадани. Возьми это. По-моему, как раз таки крабовый кристалл нужен был или что-то из этого. А, 8 черепов арканит. Ключ завозим. Ох, замечательно просто. Здесь не место. Так, кто из вас дом Вазима? Че здесь все открыто-то уже? А нафига ты мне ключ дал, если здесь все открыто? А, может быть, этот ключ от дома в Шаданиму? Где, господи? Так, ладно, сейчас качнемся тогда. А что там волк-то делает? Пригодится. Когда будем испытания проходить. Ой-ой-ой, что я вышла-то? Так, ключи. Возьмем. Так, ключ от шатра. Ну так, у нас тут же все открыто. Я что-то не так понимаю. Интересно, как поживает оставшаяся часть племени? Не знаю, Эприл Райан. Ты Кирклин. О, кстати. Мы сюда забирались? Нет. Видимо, собирались, но не забирали. Да ладно! Тотем кота? Очень странно, когда я читала небольшой туториал, где найти все тотемы, там шатра никакого не обозначалось. Ну ладно, не зря зашли, сейчас пройдемся по всем остальным. Так, это ты, с тобой я уже беседовала. Отличный денек. Замечательный. Тотем нашли, оружие получили. Не вопрос. Все-таки. Наверное, все-таки Вазимский шатер. Он в Шаданиму. Я помню, там был какой-то закрытый. Наверное, это он и был, да? А, нет, это этот. А нафига ты мне ключ дал? Почему он открыт уже был по умолчанию? Странно. 2000 флоринов. Неплохо. Пойдемте качать оружие. А, кстати, а правда, пойдемте.
Денег нам хватит. Это не броню качать. Совсем забыла, что с этим медведиком. Я же помню, что он дает квест. Вот. И тебя-то даже. Так, не ты. После того, как я переехал в тихие воды, я явно подобрел. Ты не находишь, что это плюс, а? Еще бы. Да, но мне больше нравятся шумные места. Правда? Что ж, здесь есть где поохотиться всласть. Большинство тварей сами бегут в селки. Счастливо. Для детей здесь скука смертная. Ну, что поделать? Ушел на рыбалку, Тибор. Кстати, можно попробовать за Элька зайти в этот самый, может быть. С Эми там поболтать. Ой, с... ну да, с Эми, с Тили. Хотя имя, мне кажется, уже не здесь. Точнее, не уже, а не здесь, в принципе. Там, наверное, Тили сидит, да? Или нет? Где моя Тили? Куда вы ее спрятали? Фотография Эми, похоже, была сделана пару лет назад. Пару лет назад? Пару лет назад? Вы помните Эми? Дылда такая. Добро пожаловать, друг. Я Дензи. А, как деревенская жизнь? Грех жаловаться. Местный магазинчик, правда, перешел в другие руки. Цены взлетели. А Каму, новый владелец, самый гадкий селезень из всех, что я встречала. Где я могу продать шкуры? Это мы знаем. Ну, ладненько. Тили, видимо, действительно сидит за запертой дверью в чулане, чтобы ее точно никто не нашел. Давайте пойдем в таверну, отдохнем. И после этого, в общем-то, уже в следующей серии, я думаю, двинемся непосредственно дальше. Сдадим тотем орла, как мы и планировали. Потом телепортнемся. Не, никуда не телепортнемся. Сдадим тотем, вернемся сюда, прокачаем все оружие, если нам хватит денег. И, в общем-то, уже выдвинемся непосредственно в Шаданиму. Либо вообще не будем возвращаться, прокачаем оружие в Шаданиму, чтобы просто туда-сюда не ходить. Да, пожалуй, так и сделаем. В общем, такая вот у нас серия получилась. Достаточно долгая, но зато плодотворная. Надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и зовите друзей. В общем-то, ну а с вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.